Всем привет! Это будет мое первое видео, снятое на специально для Яндекс.Дзен. Я вчера открыла свой канал там, выложила несколько фотографий, видео. Не знаю, что из этого получится и получится ли вообще, потому что я люблю пользоваться самым лучшим контентом и привыкла пользоваться самым лучшим контентом и вообще привыкла в принципе к всему лучшему, хорошей вкусной еде, к лучшим БАДам, качественной и красивой одежде, профессиональной музыке, к профессиональному звуку. Я такое все люблю. Лучшее, хорошее. Вообще, я, может быть, это из-за моего перфекционизма. Может быть, это с этим связано. Вот, не знаю, не могу точно сказать. Но, тем не менее, это мое будет первое видео, которое я хочу снять для Яндекс.Дзен. Так как мы с вами пообщались, и вы, в принципе, мне ответили, что вам вообще все равно, про что мы будем с вами снимать видео, о чем мы будем снимать с вами видео. Вам все интересно, вы остаетесь вместе со мной, поэтому прошу вас, все переходите на Яндекс.Дзен, попробуем освоиться на этой платформе. Если же YouTube не закроют, если же он также будет функционировать и работать, то я с удовольствием останусь на нем. И буду вести свой канал дальше. Я люблю свой канал. Это мое детище, это мое хобби. Это моя вообще отдушина. Это моя семья. Мое хобби, моя любимая работа. Не знаю. Я, честно говоря, не представляю себя без YouTube. Точно так же, как и не представляю себя без любимой своей платформы Instagram. Там прям все для меня. Прям все по моему вкусу сделано. Поэтому не знаю, как будет складываться наша жизнь в дальнейшем. Мы сейчас с вами попробуем, а там видно будет. Делай то, что считаешь нужным, да, и будь что будет. Ну все, переходите внизу по ссылочке на мой Яндекс.Дзен. Одно название, да, только многообещающее такое. Смотрите видео. Получайте удовольствие, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Я еще не знаю, как работает там механизм всего этого действия, но разобраться можно всегда только в процессе. Там видно будет. Все, давайте, жду вас. Увидимся. Пока.